Монако станет экономическим партнером Ростовской области. В ходе визита бизнес-миссии Монако в Ростов Донская торгово-промышленная палата и Экономический совет княжества подписали меморандум о взаимопонимании. Ранее сотрудничество Ростовской области и Монако развивалось в основном в сфере культуры. Новый меморандум станет основой для его расширения за счет формирования деловых связей между донскими предприятиями и компаниями княжества. Представители региональной власти рассчитывают, что за счет этого донской ростовский бизнес укрепит внешнеэкономические связи с Европой и получит доступ к африканским рынкам, рассказывает «Коммерсант». Компания «НЛ Россия» приступила к работам по строительству в Азовском районе Ростовской области ветропарка мощностью 90 мегаватт. Как сообщает агентство инвестиционного развития Ростовской области, при содействии которого реализуется проект, это будет первый из строящихся ветропарков итальянской группы «НЛ в России». В строительство Азовской ВЭС компания инвестирует порядка 132 миллионов евро. Количество предзаказов на новый модельный ряд смартфонов от Apple в Ростовской области превысило количество предзаказов на предыдущую модель, зафиксированное в 2018 году. Как сообщают в пресс-службе компании МТС, на данный момент прошлогодний спрос превышен вдвое. Самой популярной из новых моделей iPhone среди жителей Дона стала iPhone Pro зеленого цвета с 256 гигабайтами встроенной памяти, сообщает Дон-24. Грибной канал Дон в 2023 году примет чемпионат Европы по грибному спорту среди юниоров до 23 лет, сообщает Министерство спорта Ростовской области. После реконструкции здесь можно принимать всероссийские и региональные соревнования по 20 олимпийским дисциплинам. На грибном канале созданы все условия для подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта. В семье Бекчентаевых пополнение. И речь не об увеличении численности семейства. Старшему сыну Марку месяц назад купили первый в его жизни телефон. С этим подарком общее количество устройств, ежедневно требующих подключения к Wi-Fi сети в квартире Сергея, выросло до 6. На сегодня мы пользуемся 3 смартфонами, 1 ноутбуком и 1 планшетом. Помимо этого есть еще игровая приставка у детей. И в последнее время я стал замечать, что скорость интернета стала медленная, страницы стали долго открываться, видео иногда очень долго загружается. Я обратился к интернет-провайдеру. Мне сказали, что у меня максимальная скорость. И Сергей не единственный, кто сталкивается с такой проблемой в каждом городе России, пояснили в компании Дом.ру. Почти 90% клиентов провайдера ежедневно выходят в интернет с 3 и более устройств. А вот Wi-Fi роутеры, которые компания устанавливала с 2008 года, морально устарели. Они не были рассчитаны на такую нагрузку. Именно поэтому Дом.ру запустил в продажу новую линейку скоростных роутеров и приступил к активной замене старых. Линейка оборудования представлена 4 моделями Wi-Fi роутеров в зависимости от разных потребностей наших клиентов, таких как площадь квартиры и количество устройств, которые одновременно выходят в сеть. Например, Wi-Fi роутер TP-Link C5 подойдет тем семьям, в которых количество устройств не превышает 10, а площадь квартиры до 60 квадратных метров, то есть стандартные 2-3-комнатные квартиры. С помощью данного Wi-Fi роутера можно выходить в сеть по Wi-Fi на скорости до 300 мегабит в секунду, по проводам до 1 гигабит в секунду. Данная модель представлена в черно-белом цветовом варианте. Этим предложением уже воспользовался Сергей. Помимо того, что квалифицированные специалисты Дом.ру сами приехали и установили новое оборудование, так еще и предложили скидку взамен на старый Wi-Fi роутер. Я очень доволен. Пользуюсь уже вторую неделю, и на каждом устройстве интернет просто летает. Советую всем. Новое устройство будет актуально минимум 5 лет. Выбрать подходящую модель Wi-Fi роутера можно на сайте www.domru.ru или позвонив по телефону, который вы сейчас видите на экране.